И я думал, можно ли попасть в кафе, чтобы встретиться с президентом Казахстана. Но я подумал, иди, пусть он пойдет на... Я посмотрел на триумфальную арку в черно-белом мире. И, наконец-то, меня осенило, куда нужно пойти. В продуктовый магазин. И меня осенило чай. Впоследствии я продолжал ходить. И, посмотрев на триумфальную арку, я попал в цветной мир, чтобы пойти в магазин. И вот, наконец-то, я зашел в назначенное место. Но магазин был закрыт. И текстуры были тоже закрыты. Моя миссия была провалена. Но зато я вызвал господа, и он мне дал чай. И поэтому вся моя миссия была бессмысленной. Зато красивая. Поэтому идите нахуй.